Всем привет! С вами канал Хочу Делаю, и сегодня вам расскажу, как установить обложку на видео. Вот на примере, это видео называется «Обзорный челлендж». Я установил недавно обложку. Приступим. Для этого я скачал приложение творческой студии YouTube. И это приложение можно скачать в Play Market. Вот оно. Чтобы установить обложку, нужно пролистать вниз, вот сюда, нажать на видео, нажмем на это, нажать сверху, справа на карандаш и изменить значок. Здесь есть значки. Такие, не знаю, чем они отличаются, не смотрел. А мы нажмем свой значок. А, извиняюсь. Дальше выбираем обложку. Я выбираю эту обложку. Так, ракурс примерный. Нет, значит, просто там были, ну, как-то вот так сказать, выбрать и сохранить. Вот и все, изменения сохранено. Заходим на свой канал YouTube. И вот вам обложка. Когда кто будет заходить к вам на канал, он будет видеть эту обложку, а не какую-то другую. Ну или не рандомную.